Российский бюджет должен быть прежде всего приоритетным и сбалансированным, сказал Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Международного инвестфорума «Сочи-2016». Аналогичные требования должны предъявляться и к региональным бюджетам. Такова задача для всех губернаторов страны. На заседании областного правительства приоритеты бюджетной политики были рассмотрены детально. Общий объем доходов 26 миллиардов 207,5 миллионов рублей. Общий объем расходов 26 миллиардов 207,5 миллиона рублей. Выполнение социальных обязательств и повышение эффективности расходов – это общие федеральные приоритеты. Региональные власти будут действовать в таком же направлении. Свыше 60% бюджета направлены на социальную сферу. Во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в областной бюджет в этом году включено отдельное приложение «Меры социальной поддержки семьи и детей», так называемый детский бюджет, с финансированием в общем объеме 1 миллиард 229 миллионов рублей. Губернатор Вадим Потомский озвучил перечень поручений. Финансирование ряда направлений надо усилить. По дорожному фонду. Дорожный фонд у нас с вами складывается на 2017 год 3,5 миллиарда. Очень неплохой дорожный фонд. Поэтому, Вадим Саш, смотрите, где-то в размере 250-300 миллионов. Ну, 250 – это просто минимум на детские маршруты, вот школьные маршруты. Главы, ну и... Я, знаете, вас что попросил бы еще? Вот мы, конечно, увеличим, мы там сделаем 250 миллионов и так далее, и так далее. Но у вас на территориях работают крупные холдинги. Почему вы с ними не общаетесь? Почему в таком они, извините меня, вот в вольготном все отношения находятся? Крупнейшие компании-миллиардеры. Вы посмотрите, вы придите к нам, к Тарасу, вам расскажут те компании, которые у вас находятся. Норма прибыли, чистые прибыли для дивидендов 1 200 000. 1 600 000 по году. Мы набираем 200 миллионов, 200-250 миллионов, я говорю, на всю Орловскую область. Прогноз социально-экономического развития области на 2017 год и плановый период двух последующих представил зампред Сергей Филатов. Рост объемов промышленного производства в прогнозируемом периоде предполагается достичь за счет увеличения выпуска продукции основными промышленными предприятиями. Это Кирабо-Мараций, Сыновья Авентис-Восток, Лифгидромаш, Ливнонасос, завод имени Медведева, Промприбор, Промметис-Русь и рядом других успешных компаний. По прогнозам, в 2016 году объем инвестиций в экономику Орловской области превысит 54 миллиарда рублей. В бюджетной сфере будут продолжены программы повышения оплаты труда медиков, преподавателей вузов, работников науки и культуры в соответствии с указами президента. Наталья Пехтерева, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной».